Долгая история длинного почтового адреса подошла к завершению. Напомню, в мае прошлого года администрация Берска выдала постановление о присвоении почтового адреса участку в микрорайоне Юго-Западный. Название «Поразило» состоит аж из 15 слов. Спустя почти год жители смогли добиться смены наименования на желаемое. Следующее решение – внести изменения в постановление администрации номер 1178. О присвоении почтового адреса, уже не читаю, да, название его, путем изменения наименования с территории изъятой земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства дом 17 на улица Стартовая, дом 17. Ранее между собой жители так и именовали свою улицу. Теперь же есть официальное постановление от администрации. И вот мы вновь подъехали к дому семьи Алексеевых. К сожалению, сами хозяева отказались от комментариев. За 2 года судебных тяжб им эта тема порядком надоела. Но зато мы наглядно убедились, что они сменили табличку. Теперь вместо громоздкого названия просто номер дома. Что интересно, по информации с пресс-центра администрации, новый адрес получили только Алексеевы. Остальные дома так и остались с нечитаемым и громоздким названием.